Ай-яй-яй, тесто убежало. Гляньте, что подбирать буду сейчас. Соляночка. Тефтели. Котлета домашняя. Бифштекс с яйцом, печень куском с луком в сметане, гуляш, вермишель, картофельное пюре, тесто. Пиццы-пиццулечки только с духовочки, с пылу с жару, готовенькие. Вкусненькие, тесточко мягенькое, такие вкуснюшечки. И в духовочке еще сидят, только поставила. Вот такие беляшики. Вкусненькие, вкусненькие. Мяско там вкусненькое-привкусненькое. От души. У меня в Дзене девочки просили показать, как я делаю гусеничку. В общем, вот одной рукой, конечно, неудобно. Вот так вот залепляете просто сосиску. Вот так вот просто. Так. Вот. И теперь разрезаете ее на 8 или 10 частей. Как вот мне одной рукой это показать, не знаю. И надо сосиску разрезать до конца. Вот, допустим, так. Сюда. И ее переваливаем. И сюда. Вот так и вот так. Теперь. Теперь сюда. Теперь сюда. Теперь в эту сторону. Теперь в эту сторону. Так. Так, теперь в эту сторону. Нужно еще одну сделать. И теперь в эту сторону. Это у меня большая сосиска. Вот. Вот так вот получается. Потом сверху сырок. И майонезом сеточку. Ну, я делаю так. Чик-чик-чик рисую. Такие штучки получаются. Так вот берем и посыпаем сыром. У меня в данном случае колбасный, копченый, не продукт, натуральный. Вот так вот. И вот так вот продолжаем дальше. И вот так вот делаю.
Я отработала, мы едем домой. Ура! Сейчас полежу чуть-чуть, усталость или нет. Ничего. Это моя любимая работа, надо терпеть. Я люблю это.